новый день. Тут мебель какая собрана, какая нет. Прихожая, все будет стоять здесь. Приступаю к работе. Зорин пополам собрал. Остался еще такой пуфик собрать. И будем вешалки вешать и расставлять. Ни разметки, ничего нет. Все самому доделывать. И тут у нас еще один пуфик. Зачем нам три пуфика? Наверное, под каждого. Каждый будет обуваться это гостевой и, наверное, два хозяйских. Видимо, так. Как что? Черт его знает. Будем смотреть. Может, еще здесь побываем. Квартирка пустая еще. Все готово. Это у нас на вторую квартиру едет. Вот так вот получается. Второй адрес. Здесь будем собирать прихожую. Вот такой вот. Собрал. Пришлось ее закрепить. Сюда поставил уголок. А здесь я засверлил ДСП. Фазочку сделал. И вот так вот закрутил. Так у нас на втором адресе. Заказ мебельного магазина. Будем сюда собирать четырехдверный шкаф. Собрал корпус. Тут, блин, музыка играет. Боюсь, авторские права забанят. Все на минификсах, каждая полка. Тут, чтобы его собрать, надо повозиться. И стоит его 100%. Ну, в принципе, будет трудненько собрать. Собрал шкаф. Снимать не стал, так как музыка сейчас только выключили уже. Закрытие мебельного центра. Там уже это, сами. Цель была, что типа сами не могли собрать шкаф, поэтому я и приехал. На сегодня все. Всем привет. Новый день. Здесь у нас будет четырехдверный шкаф стоять. Здесь кровать. Шкаф у нас с магазина. Я начал уже раскручивать. Собирать потихонечку. И тумбочка у нас с вами собрана. Со шкафом тут нюансик будет. Плинтуса придется, смотрю, снимать. Шкаф 1,80 м, проем 1,81 м. И вот этот светильничек. Придется тоже демонтировать и потом все это монтировать. Снимаю не в один день, так как работа стала поменьше. Наверное, будет раз в недельку выходить. Больше замеров, кухонь, шкафов, купе, ну я это не снимаю. Что, приступим? Собрал шкаф. Поднял. Теперь перехожу к этому приему. Шкафчик, в принципе, ничего такого обычного. Еле задвинул все в притирочку.
И угла нет. Светильник снял, плинтуса снял, зацепил обои здесь и здесь угол. Так вот получается. Сейчас назад плинтуса, попробую ножом вырезать, получится, не получится. И светильник назад ставим. А тут там может красочкой подкрасит, подберут. Все вернул на свои места. Плинтус довырезал ножом. Все, сейчас фасады и кроватка. Собрал шкаф до конца. В принципе, красиво смотрится. Шкафчик. Приступаю к кровати. Она будет стоять здесь. Так получилась кровать. А ты все вместе? А, угу. Пойдем на механизм. А ты не дальше тоже такое, да? Сейчас, сейчас, сейчас. Тут, в принципе, все. Вот такой у нас вид. Да. На море. Все, всем спасибо.